Прощальную. И увидав меня интеллигентно, я в то же время строго заявил: вы с фитилем творите, что хотите, только дома. Не суйтесь с ним, пожалуйста, публичные места, в местах полно больных людей вам не знакомы. И ни к чему в местах подобных суета, и нечем создавать нести взрывоопасность. Ведь это же не мощь, ведь это ж терроризм. И только вот не надо говорить мне сейчас про гласность. И только и машины мощным болтом тоталитаризм. Наш мост туда-сюда, но дело вдруг замяли. Помог старый знакомый мой, товарищ прокурор. Его в дикте давно тоже не зажигали. И он сердечно мне сочувствовал с тех пор. Ведь там был толстый нахал, девчонки зажигал. И так и печет искры прямо на танцпол. Диджей всю ночь играет и песни объявляет. Никак не умолкает балабол. С вами был Серебрянский Журавлевский. Песня «Балабол». Ну что же, а мы возвращаемся. Вот такая небольшая трансляция произошла с какого-то поля в Висконсин. Ну, а мы возвращаемся к нам и это напоминаем. Let's play. Unplugged. Это Растая. И Расталенькая. И следующая композиция, которую мы хотели бы исполнить, называется «Бедлам». Давно сожрали жрецы, поклонники Божьи безбожного культа, вселенских масштабов мирские глупцы. Здесь мало кто понимает кого-то, здесь каждый встречный легко символист. Встретиться здесь миротворец на полно, или по плечи православный буддист. Страны меня, вековые названия на имя Бедлам.
таков анекдот. Вершины мечты, бегущих к прогрессу, интеграция мира полным ходом идем. Лишь только отступишь ногой в облака, сразу услышишь голос Далай-Ламы. Добром большого победа, твоим бедлам. Тот самый бедлам, тот самый бедлам, тот самый бедлам, тот самый. Иногда слушаем радиостанцию Чикаго, это WBBC, где Mountain Lion, ее хост, встречает, как всегда, гостей. Давайте перенесемся и посмотрим, что происходит там. This is Sober Sundays, broadcasting for you, right from Chicago by night. It's a sad night.
Yeah.
забудь, and my wind respirate. Up, softly, how gently caress is my skin. Oh, is it the salt of the leaves that I hear? Huh? Feels like in this place every month can be from. Oh, heart of a feather, you are my home. Ay-ay-ay-ay-ay-ay. I'm walking and looking up in the sky. Ay-ay-ay-ay-ay-ay. Feeling so good, am I really left behind? All right, everybody, if you really like this music, let's dance! Ну да, да, на этой песне можно разойтись. Я, кстати, думаю, что вот как раз мы где-то час сейчас проиграли. Вот здесь мы можем уже типа делать. А я думал сделать перерыв после Бедлам, там, чтобы английская версия началась. At least that's what I was thinking. Я думаю, мы больше, чем час проиграли. Не, мне кажется, вот как раз на Smoking Song офигенно сделать перерыв. Как раз вот такой, и мы перерыв уводим. Окей. Okay. А мы так и запланировали, да? Не, у нас еще там Russian Reggae in the House, но я думал Russian Reggae in the House как раз спустить. Да, 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 лучше. В следующую там. Согласен, да. Да, согласен. Вообще на Russian Reggae in the House можно вообще закончить второй сет. Ну просто я не знаю, знаешь, как долго люди будут, знаешь. Некоторые же. Ну, идут, ну, пофиг, ну, могли бы сидеть, услышали бы еще Russian Reggae in the House. Не, I don't know. Но мне кажется, Russian Reggae in the House, это бы не очень к концу. Ну, окей.
keep the energy going, знаешь. Ну, можем, да, можем ее этот. Ну ладно, там что-то придумаем. Ладно, я сейчас. Я поеду потихоньку уже, 9:30. Хорошо. И тогда завтра мы. Я постараюсь пораньше прийти, чтобы мы прогнали побольше. Ну, пока мне нравится. Честно говоря, мне кажется, мы нормально распределили. Я вроде словил логику. Что там, как? Я говорю, если там будут, если будут какие-то эти, я там, может быть. Но структура какая-то есть, уже хорошо. Мне кажется, они идет нормально. Ну да, хотя некоторые песни мы, по-моему, два раза сыграли там. Не, ну это ничего страшного. Не, я там разрабатывал, да. То есть, да, то есть фактически.